Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2021 год годом науки и технологий, официально стартующий 12 февраля. В связи с этим Казанский университет организовал цикл научно-познавательных лекций. Все подробности далее. Одна из лекций, которая прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации, была посвящена судьбе языков в контексте глобализации. Тема лекции выбрана не случайно. В Татарстане 2021 год также объявлен годом родных языков. Посетили мероприятие учащиеся гимназии номер 27. Мне искренне понравилась эта лекция, мне понравился ваш профессор, педагог. Мне понравился ее патриотизм, то, как она с такой любовью она описывает татарский язык, с каким рвением она хочет решить эту глобальную проблему, и как же она хочет, с каким рвением она хочет, чтобы помогли решить эту проблему мы. Для себя узнала очень много нового материала, какие возможности меня ждут в будущем, и как, в принципе, нужно сохранить свой родной язык. На лекции ребята также узнали, почему важно изучать сразу несколько языков. Ведь это не только развивает мышление, но и даже предостерегает от некоторых болезней в старости, например, болезни Альцгеймера. Кроме того, школьников познакомили и с возможностями изучения языков в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Я считаю, что, несомненно, должна быть тесная связь между школами и вузами, потому что нам нужны талантливые студенты, нам нужны будущие ученые, изобретатели, филологи, лингвисты. Поэтому мы в этом направлении работаем и будем работать. Диана Жиленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.